Так, вас не видно. Здравствуйте. Сейчас. Пока не видно. Будет видно, надеюсь. Приветствую вас. Добрый день. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Да, добрый день. Вы разблокируете меня, потому что связи-то нету. У вас там надо... Вы просились там это, на связь-то. Я сделал, а вы что-то опять заблокировались. И поэтому я вам не могу ни написать, ничего сказать-то. Вы меня заблокировали, фактически, связь. А я не сильно разбираюсь у вас. Но все равно... Ну, попроситесь или как-то что-то сделайте. Я не могу вам ничего ни написать, ни ответить. Вы замок поставили на нашу связь. Не от меня это зависит-то. Я уже сколько раз пытаюсь вам что-то написать. Вот вы сейчас выставляли там. Я на каждый стих старался вам там ответить. Впереди. Вы читали? Спасибо, я прочитал внимательно, вот, да, спасибо. Вот это толкование Первоапостольской церкви. Вот у меня трехтомник вышел, там полное толкование Нового Завета с откровением. Да, мы выпустили. Хорошо. Чудесно. Я вас слушаю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? А, да я не подготавливался к интернету, но вы стучались уже... ко мне, вы стучались ко мне, поэтому я... Да. Так, когда не я знаю... Да не против, в сущности. Ну, но все, когда, давайте, да. Потому что вы звонили, а меня не было. Я увидел в окно восход солнца такой красивый, ты побежал снимать. Снимал. А у нас около 30 градусов мороза. Я застыл тут, пришел, я начал тут голубями заниматься, и вы в это время звоните. Я кое-как перевернулся и скорее... Вон, видите, там голуби летают-то. О, так у вас там и голуби вовсю летают. У меня голуби везде. У меня три большие голубятни и дома голубятня. О, здорово. Да, даже не знаю, с чего начать. А, у меня была такая тема, как... Я, наверное, микрофон возьму, чтобы лучше было слышно. Да ладно, я еще под... слышно. Просто чтобы мне... Я не люблю громко говорить. Потом мне не нравится, когда говоришь, и такое чувство, что тебя собеседник перебьет и вынужден говорить быстро. Я думаю, у нас такой проблемы не возникнет с вами. Я слово «проблема» исключил. Называется «нерешенный вопрос». И все понятно. А чем вам не нравится такое не слово нравится «проблема»? Американское слово. Русский язык, как Тургенев Иван Сергеевич говорил, богатый, могучий. А мы привыкли там все эти разные брокеры собирать, глупости это все. Нерешенный вопрос. Никогда этого слова «проблема» никто не знал. Ни Пушкин, никто не пишет об этом. Устраните это слово, и вы увидите, как все понятно. У меня есть нерешенный вопрос, а то не решу, а то проблема. Проблем. What is it? I don't understand. Yeah, I understood. Ну вот. Окей. Ну я, видите, мне как-то так неожиданно, столько оказывается, я для меня много в чем привычно, а оно получается это не сильно хорошо, как бы. Ну вы хоть поправляйте меня иногда. Ничего. Вы выступили, я обычно не вступаю ни в какие прения никогда. Зачем? Я даю материал совершенно конечный. Вот, допустим, форум, это площадка называется. И мне говорили, вот форум будет, тут люди будут приходить, спорить. Я занялся форумом, я отдал ему несколько лет. 1600 полных тем, полных. Если евреи, значит, там все про евреев и снимки, и все. И заходят люди, в течение года ни одного спора нету. Ну, ежедневно заходит немножко, там 250 человек. Но ни слова, они приходят, столы накрыты, и они берут. Все. Зачем спорить-то, когда не знают? Я даю абсолютно точный материал. Это каноны церкви, с Первоапостольской церкви, Священное Писание. Ты не принял? Спорят, у меня есть изречение такое, мне оно само... Так, говорит, выкристаллизовывалось. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Написано, спорили с учениками, но ученики не спорили. Спорили со Христом, но он не спорил. Это все надо заметить, увидеть. А я слепой. Мне святые отцы открыли Духом Святым. Я это принял. Принял и на этом стою. Я как будто бы первый день пришел и все это знаю. Почему? Сокровище православия. Когда знакомишься с сектантами, они понимают, они сироты. Вот почему, когда пришли, ну, 2000 человек примерно, это Питер Гилквист говорит, баптисты там или кто они такие, православие приняли, протестанты.
Книга такая «Возвращение домой». Видели? А, да, я да. читал. Так они пошли самым правильным путем. Разбились. Ты занимаешься литургией, я занимаюсь иконами. Через год вернулись и увидели, а мы не церковь совсем, у нас ничего этого нету. И они присоединились к церкви Христовой. Вот как раз вы мне напомнили вот по такому вопросу, я хотел с вами поговорить. А, забыл ваше отчество, Игнатий. Игнатий Тихонович. У вас редкое отчество уже, и поэтому я прошу прощения. Тихон означает «приносящий счастье». А, даже так? Да. Хорошо. А мое имя, Игнатий, оно имеет два перевода. Один греческий, другой латинский. Неизвестный, незнакомый, неведомый. И второе – огненный, огнепальный, Серафим. Серафим, да. Я вчера разговаривал с православным американцем, и у него Серафим имя, а при крещении дается имя, да, православие? Да, можешь изменить его, только чтобы оно было в святце. Вот Ездрой вас не назовут, потому что он не канонизирован, по мнению монахов. Это самый святой человек в Ветхом Завете. Не Давид, не Соломон, Ездра. Это я сам исследованием нашел. Три книги его в Писании. Он собрал свод Ветхого Завета, вывел народ из Израиля, отстроил город. Вот, а вообще, и его в списках святых нету. Интересно. Да вот интересно, я долго с этой темой работал, и сейчас во имя Ездры нельзя не назвать ребенка. Нету храма во имя его, ничего нету. Давид там согрешал, за ним ничего нигде не значится. Он был священник, чтец, знакомый царям. Ну, представьте, свод Ветхого Завета он собрал. А то одного этого достаточно, но ни одного злого дела. Три книги в Священном Писании, первая, вторая, третья, Ездры. Это надо думать об этом. И он вывел народ из плена. Это никому не удавалось. Они с Неемией это сделали. И город, как он отстроил. Это вообще. И его нет в списках святых. Почему? Я стал долго думать. Думаю, монахи не любили Слово Божие. Это я так, своими мыслями дохожу. И они его туда не записали. Вот как. А вот насчет, как раз вы сказали, крещения, дается имя, новое имя при крещении. Или это я маленько сказал тоже. В том смысле, что меня крестили, к примеру, в 13 лет в православном храме. Где-то примерно 13-14 лет. При Брежневе, Леониде Ильиче еще. Ну, как-то я понимал, что Бог должен существовать. Но это потом мои уже были серьезные исследования. Ну, а Библию никто не давал же. Приходилось ограничиваться атеистической литературой. И такой парадокс, когда я читал атеистическую пропаганду, я понимал, что Бог существует. Ну, опять же, наверное... Каждый ищет и находит то, что он хочет найти. Но мне почему-то хотелось, чтобы Бог существовал. Но я понимаю сейчас, потому что есть люди, которых Бог призывает. И это зависит спасение не от подвязающего, а от Бога милующего. Но хотя это другая тема, я маленько уклоняюсь. Я насчет крещения. И меня это помазал там священник кисточкой крещения. Но а нужно же крещение, вот в вашем понимании мне хотелось узнать, погружение в воду, вот как баптисты крестят, да? А не то, что меня... Это по порядку, давайте, я остановлю просто. А 50 апостольское правило. Баптисты в три погружения не крестят, они опрокидывают на спину, у них заблуждение на заблуждение. Написано, мы крестились в смерть Христа, а Христос умер стоя. Поэтому назад опрокидывают только еретики, это положение во гроб. Положение во гроб. Так, они берут вот так, и человека на спину опрокидывают в воде. И в одно погружение. А церковь приняла только в три погружения. Во имя Отца скрылся. Во имя Сына – аминь. Во имя Духа Святого – аминь. Вот как церковь-то. 50 апостольское правило. Ну, что интересно, вы заметили, что как во гроб они ложат. Да. У меня почему-то сразу вспомнилось место Писания. Мы погреблись с ним крещением в смерть. О, почему-то. 4, то, наверное, это находит, подтверждение в Писании. Это заблуждение еретическое. Они еретики, поэтому у них все извращенное. И поэтому да? Киприан Карфагенский говорит, их крещение есть осквернение.
Вот так вот, я не знаю теперь, как бы я приближаюсь к православию, пытаюсь приближаться уже много лет, а сейчас вот как-то я, ну, в баптизме я наблюдал, конечно, не один год, или даже более того, сам был непосредственным участником этих событий, как бы сказать, всех правил, ну, в этой религии я принимал живое участие более-менее. А потом, когда мне уже это участие как бы не стало приносить того, что я хотел бы, если так можно выразиться, то я уже стал наблюдающим максимально, мог смотреть со стороны на себя в этой, как бы сказать, религии, на окружающих меня, как хорошо Бойко цитирует Писание, насколько жизнь соответствует Писанию. И определенные наблюдения я сделал, что вот в опыте церкви, православной церкви, есть то, чего нету, так скажем, ну, у дилетантов где-то в каком-то смысле, говорить, если о баптизме, вот в этом контексте. Потому я как бы, да, я склонялся уже давно к православию, но опять же, интересный момент, такое наблюдение, что говорят о истинной церкви православной, и вместе с тем, вот плоды, как бы, вот сравнивая баптистов и православие, как бы должны, если это истинная религия, то должны быть плоды во много раз превосходящие, допустим, баптистскую, неправильную, так скажем, религию. А на деле как-то мы почему-то, вот меня вот это как бы маленько обескураживает, если не сказать много обескураживает. Плоды как бы, вот, а Христос говорит, по плодам узнаете их. Вот вчера слышал, батюшка тоже говорил один, да, там, когда приехал архимандрит, вот как было, священник молодой такой, ревностный, православный батюшка, он очень был так заинтересован приводить ко Христу, или вернее сказать, православную церковь, баптистов. И он пришел к ним и звал их, и как-то убедил своей горячностью прийти. К нам, говорит, должен приехать архимандрит. И это будет такое богослужение торжественное и так далее. И они так, как бы в предчувствии, или как в надежде, или как это выразиться, пришли, короче, они, баптисты эти. И когда там было много суеты, много было такой спешки, нервозности, приехал очень важный чин, как бы, это так вот детально. Я буквально вчера наткнулся на этот материал. И вот когда он, значит, уже приехал, маленько как бы это, ему подали полотенце, он что-то в раздражении как-то взял и бросил в лицо этому служителю, что-то его не удовлетворило. Но потом как-то более-менее все как бы пошло, более-менее чинно, нормально. И потом, когда этот молодой священник спросил баптистов, ну как вам понравилось сам вот пышность, богослужение, все, они сказали, ну, знаете, что-то не очень как-то, это вот это, очень не понравилось даже. Больше они не стали ходить. И вот такие примеры, их очень много можно приводить, конечно. Вы понимаете, о чем я говорю. И как вот, вижу вас, честного человека, вы пытаетесь называть вещи своими именами, что, в общем-то, подкупает, хотя кто-то может сказать, что вы грубо как бы это так себя ведете. Но мне нравится в каком-то смысле. Вот. А все-таки как же насчет плодов, если истинная религия, истинная церковь, должны быть истинные плоды, и даже в разы больше превосходящие, ну, баптистские, неправильную, так скажем, религию. Я вам отвечаю тогда. Плоды. Какие плоды? Мы знаем, главное, плоды – это покаяние, пост и молитва, и милостыня. Вот это вот самое наиглавнейшее, потому что по делам мы будем судимы не у людей, а на суде Божьем, который называется «Страшный суд». Так вот, когда говорят, ну вот внешне, так, возьмем храм 100 человек и баптистский молитвенный дом 100 человек. И вот спрашиваем, сколько человек там курят и сколько здесь? Сколько там выпивает, сколько здесь? Сколько там выражается нецензурно и сколько у баптистов? Баптисты во всех положениях выигрывают. Я это хорошо знаю. Но да. Бог-то будет судить не только поэтому-то. Рождение свыше баптисты это говорят, а они этого не знают. Они поставили такую мерку, как вот, ну, бывает так, планка ниже, и тогда все могут это сделать. Но ты поставь планку, кто не перепрыгнет через 2 метра, и кто пойдет? Все,
Какой пост? Вот сейчас идет Великий пост. Если соблазняют, говорит, не буду есть вовек ни один пост. Мясо пить, вина. Баптисты со мной рядом. Я говорю, вы знаете, что идет пост сейчас? Ну, с православных, ну, об нем же не написано. Им надо написано. А у них так, как будто бы творение Духа Святого закончилось деяниями апостолов, и все. Они не верят в то, что Дух Святой продолжал дальше трудиться, открывать. Фактически так. Хотя, говорят, они верят. Потому что у них вопрос на вопрос, они ко мне приходят. Я говорю, вот правило такое-то. До этого они были против, сейчас начинают принимать. Потому что эти вопросы у них возникают, а решают по-своему. Вот приходят. Вот наш проповедник один хороший такой. Ну, обнаружилось так, что он прелюбодей. Жене изменяет и уже много лет и проповедует. Что делать? Я говорю, Алексей, понимаете, пришел ко мне он, Алексей Барышников. Я его знаю. Я говорю, ну это правило есть. Во-первых, если он священнослужитель, ну у вас-то нет, у вас все это фикция. Вы наследники Дафана, Верона и Корея, я ему говорю, 16 книга чисел. Вот. Ну, по-вашему, вы считаете таким. Но если православный священник впал в прелюбодеяние, с него сан снимается навсегда, навсегда. Никогда он священником не будет. Да как? Вот так. А если это мирянин, я вот мирянин, меня отлучают, допустим, на 7 лет. 7 лет. Но этот срок может быть сокращен на 1/3. Если я не буду пропускать богослужение, творить обильные милостыни, все время плакать. То есть плоды. И тогда решают епископы вместе. И могут до 5 лет, но не больше. 5 лет разбивается на 4 ступени. Первое, там на улице стоять. На улице. Дождь, снег, все мое. Или там где-то в притворе. И потом слушающие. Первая плачущая ступень. И последнее, куб настоящее. Когда начинается уже таинственное, сейчас литургический канон, то там написано, елица оглашенные изыдите, которые готовятся к крещению, которые уже согрешили, их выйти, вывести надо, они должны выйти. Елица оглашенные изыдите, 3 раза. А потом еще продолжается и говорится, двери, двери, премудростью вонмем. То есть диакон обязан пройти, проверить, все ли свои, нет ли чужого, дверь запереть. Так, минутку, кажется, стучат. Угу, хорошо. Так, что-то у вас не видно тут это. Сейчас. Так, ничего не трогайте, она сейчас крутится, может выйдет это. Вам слышно? Да, хорошо. Вот я дальше отвечаю. Он говорит, ну как это так? Это так. Я говорю, а вы что хотели? Ну, на месяц его отлучить от кафедры. Он хорошо проповедует. Так, ну, вас еще спрашиваете, вы ко мне пришли, я говорю, законы. Не Маня, Ваня, а Вселенские соборы постановили. Проходит полгода, он приходит опять ко мне. Алексей, это ты, говорит, он опять впал. Оказалось, все это время он ее не оставлял прелюбодейку-то. Он продолжал с ней блудить. Вы маленько повыше, чтобы вас видно, а то ушли туда повыше. Вот так вот. Я говорю, правило гласит такое. А вы не принимаете. Но вы обращаетесь, ищете, но не принимаете. Это ваше упорство сектантское. Я, например, принял сразу. Это справедливо. Женщина сделала аборт. Правило Василия Великого II. Отлучается на 10 лет. На 10 лет. А сегодня священник 40 поклонов. Это называется она экономия, то есть послабление. Ни о какой экономии святые отцы не говорят. Они говорят по-другому. Ты найди, говорит, такого наставника, строже которого нет во Вселенной. Вот как надо искать. А Златоуст говорит, смотрите, вместо пастыря не изберите волка. Теперь о делах. Вот я с ними разговариваю, с баптистами, скажите, вы знаете, что у нас пост? Да, живете среди русских людей. Это большое село, Воронцовка. Киргизия. Ну, а почему вы едите? Ну, а какая разница? Едим ли, не приближает, не отдаляет. Я говорю, а где вы нашли? Не знаете. Я говорю, 1 Коринфян, 8 глава, 8 стих. Там написано, пища не приближает, а не отдаляет. Это сатана вам придумал, он отдаляет. Из-за пищи Адам выпал. Из-за пищи очень не вошли в обетованную землю. Из-за пищи будут печать, начертания принимать, не продать, не купить. Это не ботинки продавать. Никак. Но у наших корова, сметана там, все есть. Но пост. И моя сестра Валентина Тихоновна, ну и баба рядом живет, там или Совета, или Матрена, как-то звать ее, баптистка.
И она говорит: баба, у нас Пасха скоро будет. Она говорит: ну и мы тоже празднуем. Да куда у меня возьмешь творог, сметана, там что есть, молока. Но только, баба, сейчас страстная неделя последняя. У нас люди через один день там сухарик какой-то сидят. Вот у меня бабушка, она 3 дня не ела, в рот не брала, ничего нету. Старичок был, ну, ровно неделю. Каждую неделю, один раз в воскресенье, просфор, через неделю только. И работает на тяжелой работе, вылавливает бревна и пилить сам. Вот какая крепость. Баптисты во сне этого не видали. Потом она подходит, пятница, Христос распят. Валя, прости меня, я сметанку-то съела. Ну ты же баба, тебе уже 80 лет. Ты же обещала мне. Ну так охота. То есть они никакие. А внешне они не такие. Ты глубже копни. Поста не знают. Поста они не знают. А когда надо, мы объявим. Я среди баптистов жил и проповедовал не один год. Постов нету. Когда мы говорили, что старший должен исповедовать. Да что исповедовать? Каждый перед Богом. И вот у баптистов отделенных это более чистое, чем другие зарегистрированные-то. Здесь начали исповедовать. Потом я встречаюсь с руководителем, как, ой-ой-ой, говорит, открылась такая бездна, молодежь-то что делает? Они добрачные связи имеют. Там вот почему у нас исповедь есть. Исповедь. Теперь дальше. Милостыня. Какая у вас милостыня? От избытка. А святые-то не так делали. Они имение полагали к ногам апостолов. Понимаешь? Я говорю, я услышал о десятине, я никогда не спорил. Я себе внутренне принял. 9 десятин буду платить, и 55 лет плачу. И мне это не стыдно, я не хвалюсь этим. Это Бог делает. Это невозможно. Я 3 работы, дальше 4 работы брал. Дома там переплетчик, я реставратор. Что-то делаю. Мне отовсюду, ну, надо, чтобы оставалось. Дальше. Мы с ними разговариваем. Вы живете чище, не пьете, не курите. Космонавты настоящие. А скажите, вы вот это знаете? Молитву. А как? А вот так. Как Серафим Саровский. Он на молитве когда был, и дальше он поднятые руки опустить не мог. Его лицо сияло, как у Моисея. Серафим Саровский. Это не такие давние времена, современник Пушкина. Вы знаете эту молитву? Что с молитвы сойти человек не может. Он весь там углублен, преображение для него начинается. Вы не знаете этого. А у вас есть такие святые, которые готовы были бы? Да вы святые-то не называетесь. Называется святая православная вера. А баптистскую святой никто не называет. Теперь смотри как. Вот уверовал человек, он восходит по ступеням. Покажите ваше восхождение. Я близко с ним знаком. Я там в Харькове, везде проповедовал, у баптистов, с кафедры. Но начался отток, говорит, в обратную сторону, и мне везде запретили, на меня написали энциклику. С такой ненавистью, сколько руководство, не где-то в Москве, Малоузовская 3. Даже на другую сторону улицы перехожу, и туда они заходили, меня толкали, уходи. Их коснись только. Каждый тянет к себе. А теперь, они кто-нибудь видели такой подвиг, какой совершали православные святые? Я назову тебя Ануприя. Ну, не знают они. Я говорю, а слышали Макария египетский? Антоний Великий. Ты прочитай их житие, биографию. У вас во сне не было. Он один перетянет ваши 100 лет. А если один святой есть, ради одного. Вы не в церкви. Самое главное, это ваш грех. У вас нет рукоположения. Нет рукоположения, нет сошествия Духа Святого. 8 глава Деяний апостолов. Теперь, я с ними как бы разговариваю. Да, вы не пьете, не курите. А почему православный делает? Потому что слово скрыли. А вы, говорит, очищены через слово. И поэтому эти внешние большие грехи вы не допускаете, вы знаете, вас учат. А православных не учат. Вашей заслуги никакой нет в этом. Но я не ругаюсь. Я 78 лет, я ни одного скверного слова не сказал. Мы так приучены, с детства были. Отец у нас выражался, а мы нет. Бог сделал так. Моей заслуги в этом нет. И теперь я дальше беру. Я милостыню начинаю. О посте, о молитве они не знают этого. А о том, что возрастать во Христе, вообще не слыхали. Ну скажите о возрастании. Один проповедует так, другой вообще не так. У православных все одинаково 2000 лет. Почему? Истина. На соборах утвержденная была. Когда я с ним говорю, они должны быть в разы. А теперь, вы говорите, кисточкой мазали. Это не просто, а сошествие Духа Святого. Особое мира. И вот у нас нынче крещение будет в озере 9 июля. После 7, если 7 воскресенье, то 7. А потом в 1 после 7. Нынче 9 будет. Вот поэтому мы говорим, даем маршрутку, и люди приезжают.
надо пораньше, кто приезжает, засвидетельствовать вопросы какие о Христе, об уверовании. И принимает полное крещение. У нас крещенники приезжают, архимандриты крестятся, возвращаются и теперь ведут жизнь другую. Вот как, ответ какой вам? А вот если более-менее попытаться быть последовательными в том, что вы сейчас изложили, Игнатий Тихонович, вот вы говорили, что там вот за прелюбодейство, там 7 лет дается, священник отлучается и никогда больше не становится. Так, это все хорошо, но это опять же все каноны древних, и я трудно не согласиться с этими правилами. Они находят евангельскую, в общем, прежде всего, евангельскую основание. А вот мне всегда хочется, я сам-то, знаете, за 30 лет в баптизме много как бы хороших мыслей уже много как бы изучил. И много записывал раньше. И как бы эти хорошие мысли, они правда хорошие, и библейские, и евангельские. Но всегда мне хочется спросить с некоторых пор, а как на практике? Ну, то, что древние учили, это да. Я даже про вашу Патриаршу сейчас не спрашиваю, а вообще про православие. Что там отлучать надо на замечания. Но оно же на практике в православной церкви, это же вообще не делается, прямо будем, если честными, положа руку на сердце. Никто никого не отлучает. Опять же, в отличие от баптистов даже. Я не защищаю баптизм, кстати. Я просто люблю честность, люблю честную позицию. Я сам уже полгода как не баптист уже. Но тем не менее, опять же, если попытаться быть честным и последовательным более-менее, там отлучают, допустим, если узнают, конечно, в баптизме. А здесь ведь в обычном православном, так скажем, вот то, как бы этого даже я... Ну, в канонах есть у святых, но на практике-то этого нету. Ну, исключая, опять же, может, Потеряевку. Отвечаю, Василий, смотрите, сейчас включаю Библию, и вы тоже открываете. Откройте книгу Тавита. А у меня нету такого. А вот то-то и оно. Вот и вся святость улетела. Вторглись в недосягаемо, отбросили целые книги. Это что, святость? Из одной книги святость улетает. Смотрите, вот я считаю. Книга сказаний Тавита. Сына Тавиилова, Ананиилова, Адуилова, Гавриилова, Гаваилова. Из племени Асилиилова, из колена Нефалимова. Который во дне ассирийского царя Эннемессара взят был в плен из Фисвы, находящейся по правую сторону Кидия Нефалимова в Галилее, выше Ассира. Ну, он показал, кто он, паспорт показал. «Я, Тавит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды и делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мной в страну ассирийскую, в Ниневию. Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношею, тогда все колено Нефалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима». Вот вы говорите, где это на практике-то? «И избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм вселения Всевышнего, утвержден во все роды веков. Все отступили. Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, юницы, то есть телицы, так и дом и Нефалима отца моего. Отложились они». 6 стих. «Я же один ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками, десятинами произведения земли, начатками шерсти овец. Я отдавал это священникам, а другие не отдавали, сынам Аароновым, для жертвенника». Двоеточие. «Десятину всех произведений давал сынам Левиим, служащим в Иерусалиме». Точка с запятой. «Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью десятину давал, кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. И дальше, достигнув мужеского возраста, я взял жену из отеческого нашего рода и родил от нее Товию. Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои, одноплеменники мои, ели от снеди языческих». Ну, как православные такие, везде все лезут. «А я соблюдал душу мою и не ел». Он их не осуждает.
ибо я помнил Бога всею душою моею. А все отступили колено, неважно. И даровал мне Всевышний милость и благоволение у Енемесара, и я был у него поставщиком, и ходил в Мидию, и отдал на сохранение Гаваилу брату Гаврия в рагах медийских 10 талантов серебра. И далее перечисляет. Вот вам ответ. Пускай все пали, все отступили. За них с меня спроса не будет. С меня Бог спросит то, что есть. И вот поэтому сегодня никогда больше не поминайте про них, этих людей. Они нарушители. Нарушители. Сейчас я закрою от солнышка. Но с меня Бог с меня спросит, за мое. И он никого не осудил. Вы больше никогда не говорите там. Вот. Они такие. Это они ответят за себя. Когда каждый за себя даст отчет Богу. 5.10 считаем 2 Коринфянам. Соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христова. Я на этом с первого дня утвердился. И для меня разницы нету. Что они там делают, как делают. Я в церкви нахожусь. Они отступили. Я в церкви нахожусь. И на этом все. И меня нисколько не смущает. Архимандрит там подал или бросил. Что бросил, это, не знаю, может быть, рядом стоял, бросил. Это трудно мне поверить, потому что обычно, какой бы он ни был, а тут они соблюдают. Это Алексей I Семанский был патриарх, сталинский еще. И он говорил, священники, я знаю, ведут себя, бывает и неприлично. Народ многое простит, это слабость человеческая. Но если он в алтаре что-то делает не так, то народ этого никогда не поймет. Не поймут люди этого. И поэтому надо здесь делать различие. Повеление Божие, оно для меня. Но оно и для них. Люди спорят, десятину не давать, баптисты. Я не спорю ни с кем. Но во мне дух возгорелся. Я молодой, я здоровый, на корабле, у меня 100% здоровья. Я должен работать. Я воображал всегда, у меня 10 детей. Я должен их прокормить. 10, не меньше. Вот понимаете, я на себя все время это накладывал. Сон урезал, урезал. Наконец, 2,5 часа у меня осталось в сутки. А другие делали, никто этого не делал. Почему? Бог. Это благодать. И поэтому уже здесь, в Барнаул приехали, когда мы у баптистов посещали их молитвенный дом. Тут один был только зарегистрированный, всех Б. 4 раза в неделю. У них 3 было, и 4-е воскресенье, 2 у них было собрание. Мы ни одного не пропускали. Но успевали на раннюю службу сходить и сюда. А баптисты-то знали, что на одну ложку 2 горошка хотите. Они не приветствовали, что мы в храм ходим и у них. И мы не нарушали нигде никакого закона. Но молва шла. Мы православные. Если они вызывали на разговор, мы беседовали. Но они подходили, людей от них оттаскивали. Не разговаривайте с ним, он такой, он уводит. Ну и что? Как уводит? Ну вот приехал один брат, у него так-то рука после войны раненая. Его никто не пригласил, он стоит во дворе. Я подошел, а вы откуда будете? Да я из Павлодара. А как звать? Леонид. Вам, наверное, ночевать негде. Ну да. Я говорю, пойдемте к нам, я православный. Да мне разницы нет. Как только увидели, что я разговариваю, они подбежали к нему. Брат, ты не подходи к нему. Он говорит, отойдите. Я на улице остался, зима. А он меня пригласил. Он пришел, мы стали беседовать. Он говорит, знаете, я в людях плохо сплю. Ну, я говорю, ну побеседуем ляжете. Я говорю, будильник около головы поставлю. Он ночную молитву нашу пропустил, я уж не стал тревожить. И утром будильник около головы бренчит, он даже не слышит. Встал и говорит, я нигде так не спал. И теперь, когда бы он ни приезжал, баптист, он их как благовестник был, он всегда ко мне заезжал. Вот и все. Я его ничего не говорил, кроме того, что тебе езди ночевать. Езди ночевать. Домой есть деньги, на что ехать? Нет, значит, и мы все годы, вот, допустим, на питание мы 25 откладывали. Живут у меня на квартире, студенты, я никогда ни с одного рубля не брал, к слову сказать. И 25 мы положили, а на питание истратили примерно по 13, по 15. Самой не разживешься. А остатки мы подгребаем к милостыне, к десятине. И у нас накапливаются... Как накопится солидно уже где-то, мы идем к баптистам и сдаем. Не в церкви православной, а почему? Где тайны издают под землей, печатают, жизни лишаются, новые заветы. Они раздаются бесплатно, но в каждом, хоть моя где-то копейка была. Я никогда не разделял дело Божие, и я как думаю, нет, дело Божие я должен рассмотреть. Там хорошо, но
А не церковь, потому что церковь Господь в 1639 году не образовывал. Он образовал в Сионской горнице, а у них связи никакой нету. А связь только через рукоположение. Другой связи нету. Вот и весь ответ, дорогой Василий. Ну, а была же опасность, что они раздадут Евангелие и к себе в баптистскую общину позовут. Да, да. А мы не претендовали ни на чего. И мы от них ни разу не получали. Ни разу. Почему? Я знал, что мы где-то достанем. А когда уже маленько перестройки дело-то пошло, у нас была связь через старшего пресвитера Сизова. Мы оттуда канал установили. У нас столько шло Библии, речь шла не о сотнях, тысячи. А я проповедовал во всех отделах прокуратуры, милиции, воинских частях, заводы, фабрики, 5 университетов, десятки школ, техникуме, 3 радиопрограммы регулярно веду, телевидение. Нельзя высказать, где бы я только не был где-то. И везде приходил с рюкзаками, набитыми Библией. И они у нас были, по сравнению с церковной, примерно в 10 раз дешевле. Мы только, чтобы оправдать поездку, делали. Так вы же почти даром. Прокуратура зовет, все прокуроры края собраны. За мной приезжает машина, я выступаю. Какие Бог давал возможности? Почему они ко мне ехали? Почему? Вот я подошел к дому, гляжу, машины стоят, выходят два полковника разной частей войск. Мы решили зафрахтовать самолет вас, чтобы с одной части перевозить в другую. А священники меня клеймят в печати. Это их дело. Он ответит за то, что он делает. Я отвечу за себя. И к этому священнику, который меня долбит, клевещет, я иду, исповедуюсь и причащаюсь. Я мятый, давленный, мороженый со всех сторон, как старого быка. Чем больше бьют, шкура толще. Вот я внимательно изучаю, ну, насколько могу, конечно, мои скромные способности позволяют. Вот православие, ну, баптизм я знаю не из книжек, сам 30 лет находился там. У меня такое ощущение такое, знаете, возникает, я, конечно, могу ошибиться, как и всякий человек, что как бы идеи сами правильные или наследие святых, допустим, очень прекрасное и хорошее. А вот на практике, допустим, баптисты любят читать Евангелие, проповедовать, и буквально наизусть почти, ну, кое-кто знает, может быть, проповедники. Но насколько выполнимо на практике? И вот я склоняюсь к такой мысли, как вот вы сейчас замечаете, что ведь не все, хотя истинная религия православная, но далеко не все следуют даже канонам святых. Я вот здесь маленько только начал ознакомливаться с православным наследием, с богатейшим духовным, глубинным опытом подвижничества. Я просто, у меня такое ощущение возникло, вот как вот в Вашингтон я ездил здесь вот к православным, так вот маленько общаюсь с ними, у меня такое смутное ощущение, что православные, они не знают тех золотых слитков, которыми они в сущности обладают, они просто их не знают. Писания не знают, как правило, вот. И вообще, насколько они любят вот именно наследие вот это святых, да? И вот у меня такое, как бы сказать, предположение, что ли, возникает, что как бы человек, вот допустим, в православии очень ярко выражено смирение, помилуй меня грешного, сокрушение духа. Господь говорит, вот на кого я презрю, на сокрушенного, на трепещущего пред словом моим. И это очень ярко выражено в наследии святых, я опять же повторяю вновь и вновь. И почему я вообще пришел к этому? Потому что в баптизме, оказывается, есть люди, но опять же я не хочу казаться каким-то таким, показаться особо таким духовным или особым, но там есть люди, как и везде, наверное, которые хотят приближаться к Господу. И что получается? В баптизме, кстати, есть такие книги, которые говорят о следующем опыте. Я сравниваю, допустим, с этим, кто он, который писал о предваряющей благодати, старец Силуан, да, когда я прочитал первый раз старец Силуан. Оказывается, предваряющая благодать существует, которая, ну, не вам объяснять мне про эту благодать, предваряющая благодать. Оказывается, в баптизме это все то же самое происходит. Там тоже очень мало книг подобных, но проскальзывают такие, когда человек уверует, его Господь посетит, и он всех любит, ему
он, значит, у него грехи отпадают, грубые там и мелкие, у него сердце загорается с любовью, желание проповедовать, вот. Такие бывают случаи, как и со мной был такой случай, когда Господь меня посетил, буквально через 2 недели, где-то через 3, меня уже в горисполком вызывали, штрафовали, там еще кое-куда поставили там на учет. И меня спрашивали так, вот помню, это панщина такая была в горисполкоме, по религиозным культам, Татьяна Васильевна, о, как сейчас помню. И она меня спрашивала, ну почему ты не пошел в нашу веру православную, русскую, зачем тебе баптистам вот этим пойти? Вот интересно, атеистическая, как бы сказать, женщина, да? То есть она стоит, ну, на позиции атеизма, она ведет борьбу с религией. Она за эту зарплату, только за это и получает зарплату, и даже всякие. И почему она так задает вопрос, интересно, правда? Вот, по ходу. Так к чему я говорю? Вот в наследии святых, в их богатом опыте, в книгах, очень с краюшку, я на окраине окраины, но я уже понял, оказывается, есть такое понятие, предваряющая благодать. А с протестантских позиций, своего опыта тоже, почему я верю в это? А потому что имеешь свой опыт, как Господь ведет, сначала человек уверует, все, я бросил там то, бросил, я такой стал. Все, слава Господу, аллилуйя. Человек радуется. Меня когда в это время, я ехал на поезде и проповедовал людям, да? Я просто хочу похвалиться Господом. А они почему-то подумали, что я шпион. И связали мне руки моим шарфом, был декабрь на дворе. Это я жил еще там, в Казахстане восточном. И они как-то меня боялись почему-то. Не знаю почему. А я им говорил о Христе. Просто о Христе говорил им. Они потом меня садили там на полустанке, милиционера позвали там. Все как положено, короче, оформили акт. И они подумали, что я шпион почему-то. Но к чему я говорю? Они от злобы говорили, вы так сектанты, мы знаем, вы там это такое. А у меня была к нему любовь, понимаете? Откуда это? Это же не душевное какое-то. Меня там презирают, меня ненавидят, а у меня к нему любовь. Это опыт моей жизни. Да, это было так. И потом, когда меня уже снимали с поезда, он так сказал, Василий, хороший ты парень. Вот сектанты тебе только... голову затуманили, мол, в таком вот плане. Почему это все говорю? И вот это «я», человеческое «я», оно растет. Это «я» назвал, это человек присваивает себе благодать. То есть Господь его позвал, коснулся, а у него начинает «я» расти. Я не пью, я не курю, я прощенный, я знаю Библию, я служу Богу. Заметьте, эта параллель тоже может так же в православии быть. И святые так или иначе об этом описывали. И вот это «я» начинает расти. Христос уже давно стоит у дверей и говорит, «Се стою у дверей и стучу, если кто услышит голос мой». И кто услышит? Тот, кто почувствовал, что потерял эту благодать, потому что его «я» выросло. И почему, и кто видит? Подождите, Василий, маленько. Ага, да-да, пожалуйста. А у меня вот котенок. Слушай, кот Миша. Я вижу, вижу. Одни уши были видны. Так вот, смотрите, что интересно в моем опыте, в моем наблюдении. Я для себя как бы делаю такие смутные предположения в моих исследованиях из своего опыта, из опыта разных, так скажем, информации. Получается следующее, да. Подождите, угу. Еще, я тут маленько... Да, пожалуйста. Слушаю.
И вообще, кому нужно вот об этом читать, к примеру? Вообще мы читаем то, прежде всего, что уже находит отклик в нашем сердце. Допустим, много ли баптистов читали, допустим, православное наследие, допустим, того же старца Силуана? Очень немного, так скажем. Даже более того, когда я что-то предлагал, да зачем мне это? У меня Библия есть. А почему некоторые люди любят, хотят читать о том, что оказывается, и они, потому что они увидели в себе, что их на «я» возросло, а Христос умалён, да. И это опыт как в православии, так и в сектантстве, как вы выражаетесь, ваша терминология, если использовать. То есть получается следующее. Иоанн Креститель, у него была правильная позиция, и он, указывая, что вот это Агнец Божий, он говорит, мне ему должно расти, мне умаляться. А в христианском опыте, в большинстве, происходит с точностью наоборот. Наше «я» возрастает, а Христос умаляется. Муж скорбей, изведавший болезни. В нем не было вида и величия. Нету в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И это происходит по сей день, как в протестантизме, так и в православии. Но оказывается, есть единицы людей, которым нужен этот опыт святых, которые детально описали на пути подвижничества вот эти подводные рифы. Оказывается, что наше «я», как оно возрастает, и как потом с ним бороться. Поэтому, наверное, есть люди, которым нужен вот этот опыт, как воздух, им не хватает уже этого, пускай они Евангелие наизусть знают, но чего-то не хватает. А как вот я, допустим, узнал, что мое «я» стало такое большое? Ну как оно, вроде Евангелие я читал, наизусть много знаю. Но не то, что Евангелия недостаточно, я бы так не дерзнул сказать, но моего опыта, моей интерпретации, она неправильная, Евангелия. И мне помогли в этом ключе, вот святые помогли увидеть, да, мое «я». Как старец Силуан молился, а бес ему являться стал. Говорит, Господи, почему же я тебе молюсь, а бесы являются мне? И Господь сказал ему: а гордые всегда так страдают от бесов. Господи, где гордость? Меня вот это слово пронзило прямо. Я, находящийся в депрессии много лет, читая Евангелие, посещая баптистские богослужения, а видно, Господь решил плотно заняться с моим «я». А Он меня как бы маленько так очесывал. Я пришел к такому парадоксальному наблюдению, что, оказывается, падениями растем. Падениями растем, то есть как мы меньше у нас что-то получается. Там обет безбрачия я дал, нет, никого не смог, так скажем. Через 2 года женился, вот 6 детей у меня. И сейчас пожинаю последствия моего обета и в детях, и в моей жизни. Там дал обещание Богу. Да, были посты по 3 суток. Ну, и там в баптизме бывает, что постятся, которые некоторые, так скажем, они сутки не едят, не пьют. Но у меня была такая традиция. 2 суток я не ел, не пил. На 3 сутки я водичку пить начинал. Но мне было 25 лет, тут я уверовал. Женщин для меня не существовало. То есть Духом Божьим можно умерщвлять дела плотские. Можно достичь в этом победы. Победы, да. Но наше «я», оно не видно, его не просматривается, как мое «я» возросло. Это я уже сейчас через падение оглядываюсь на 30 лет моего опыта. И опять же я повторяю вновь и вновь. Наследие святых дало мне увидеть, в чем мое «я» возросло. Ну вот поэтому мое сердце Господь наклонил, ну, к православию, я так думаю. Если в очередной раз не дойду до некого барьера, и опять у меня не будет отката назад. Ну, вас я рассматриваю как такое звено, Игнатий Тихонович, как некий такой, как бы, буфер, что ли, как мягкий такой, что я как бы в православие и не могу туда пойти. А у вас, оказывается, несколько другая позиция. Мне нравится и подкупает в вашем вот именно служении, что вы называете вещи своими именами, я вновь и вновь повторяю это, то священники, да, чревоугодие. Мне очень нравится тоже тема чревоугодия.
оказывается, такой безобидный грешок, в кавычках, как чревоугодие, это же начатки учения евангельского. И мне очень оно по душе, что в наследии святых и в вашем опыте конкретно называется, да, чревоугодие – это то же самое, как пьянство, чревоугодие, заботы житейские очищают сердце. И это тоже находит мощнейший отклик. Это просто буковка А, Б, это чревоугодие, надо ее выучить. А потом уже цитировать Евангелие. Ну вот мне это нравится вообще, да. Прямо так скажем. Так, вот как мы кончим говорить, я в конце вам скину оглавление моей книги «К истинному православию». И там вот объедение, пьянство, заботы житейские, отдельными темами. Это книга, которую я собирал материал около 40 лет. Такой книги в православии вообще нету. Со времен примерно, я там в предисловии говорю, когда отошел от жизни вечную, Иероним Стридонский, 420 год, когда он написал особый трактат о нравственности священства. От него все друзья отвернулись. Язычники от руки переписывали. Он говорит, ты мать раздел. Я не раздевал, я сказал, что есть. Что вы делаете? Вы соблазн даете, не я. Его везде допрашивали, еретиком считали. Иероним Стридонский. В Западной церкви он также почитаемый, как у нас Златоуст. Он перевел Вульгату, Библию. Он 30 лет в Вифлеемской пещере переводил это. И о чем вы говорите, все, если я вам скину, вы обязательно прочитайте. А вот у меня есть ваша книга, я ее начал уже читать. Если есть, то вы два пункта прочитайте, два, это о церкви, о священстве. Да. Что говорят каноны? Первое, что Библия говорит, жития святых. Там о священстве шесть слов Иоанна Златоуста, это вообще. Сектанты ничего этого не понимают, с ними когда говоришь, а какая разница? Это очень важно. Получаю записки в университете за кафедрой. Ну а как вот, сидят баптисты, пятидесятники, адвентисты, ко мне ходили на занятия, удивительное дело там. А как вы считаете, имеют ли Духа Святого? Я говорю, если они Иисуса назвали Господом, значит, имеют православные. Тут у меня епископ сидит. Они не согласны. Какой там Дух Святой? Подождите. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Опровергать можете? Нет. Они на первую ступеньку поднялись благодаря Духу Святому. Дальше они засохли, дальше не идут. Они осуждают всю церковь. Не думай, что они, баптисты, не осуждают. Они осудили 1500 лет, что неправильно все было. Мы церковь возобновляем. Это ложь. Господь говорит, врата ада не одолеют. А врата ада – это еретики и гонители, Златоуст говорит. Вот давайте до конца и договорим. Вот Иоанн Златоуст, этот, Павел говорит, я там-то был, больше в опасности, больше в трудах, больше скопления народа. Он гордится или возвышается? Нет! Потому что он ничего себе не приписывает. Вот определитель-то где? Впрочем, не я, но благодать Божия во мне. И когда люди говорят, сегодня нельзя это делать, я говорю, почему же нельзя? Златоуст говорит, если один человек в городе это сделал, отошел от греха, все виновны делаетесь. Царица Савская восстанет на суд. Она откуда пришла? А к вам пришла сама премудрость божественная в лице Иисуса Христа, и вы не приняли ее. Вот почему Стефана побивают, он говорит, кого не гнали отцы ваши? Кого из пророков не гнали? И дальше перечисляет. Так вот, сегодня точно так же. Когда говорят, 21 тысяча поселений в России исчезли. И говорят, да кто поедет туда? Мы конкретно взяли участок земли. Едва-едва добились регистрации. Мы все идем законно по Конституции. А вы себя выказываете. Ну а кого я покажу? Никого больше нету. Я показываю, что возможно благодатью Божией начали с того, что храм сначала построить. Начали веровать, соблюдать все правила. Сегодня в церкви из 719 413 правил нарушается. У нас ни одного. Так вы хвалитесь. Хвалящийся хвалить Господом написано. Город на вершине горы не может укрыться. Поэтому мы жизнью своей даем пример. Люди, видя ваши добрые дела, видя, не писано, прославили Отца Небесного. Они не делают и хотят, чтобы никто не знал. Я говорю, это можно. Почему вас никого не арестовали? До Дальнего Востока меня только одного в православии арестовали. Больше никого. Почему? И притом мне написали не просто так, а то, что я никогда не выйду. Мне сроки навинчивают, я никогда бы не вышел, как бы не перестройка. Почему? Я так коснулся самой таинственной темы масонства. Я 5 лет отдал ей. Все, что только было возможно, открыто и не открыто, все опубликовал. И все разбавил музыкой. И если говорит Ленин, тут же его речь идет. Надо было проникнуть туда, в хранилище. Заключает Карл Хорст, там, где они идет, там капитуляция, говорит Жуков, его голос.
конкретно все, то в советское время достать было почти невозможно. Я должен был связи устанавливать, тайно пропускали меня в тайники, туда я там отдельно переписывал, сидел. И тогда дал этот материал. Так даже его слушать боялись. Ко мне подполковник приехал из КГБ. Я открыл дверь, и там слушает. Я, говорит, дверь закрыл, чтобы не отвечать, что я слышал. Вот какие материалы. Я растолковал, по милости Божией, протоколы сионских мудрецов. Дальнейшие судьбы мира, как они видятся им, и дальше как на основании Священного Писания. Понимаете? А почему вы коснулись темы? Потому что в этом необходимо. Нам небезызвестны умыслы сатаны. Да главное, это предатели, начались священники меня, митрополит на меня поднялись. Они на меня такие кляузы писали, меня когда арестовали. Я уже арестованный сижу, они все еще меня клепают. Но меня церковь это не оттолкнула, это человек. Вот пример, Ава Агафон. Вам, может, трудно запомнить его, но Ава – это начальник монастыря, Агафон. Ну, братья видят, он смиренный такой, решили проверить его. Вот меня сейчас проверяют, там у нас один в Протеряевке, там, и вокруг него там колготятся шатия, братья там поносят, анафеме меня предают. Ну, ролики выставляют, еретик, Игнатий там, ну... Садист всего. Пишут, что? А? Садист, крапивой детей бьет, да, садист. Меня это не касается, я оборачиваюсь, о ком они говорят, у меня ничего этого нету там. Но это меня Бог закаляет, готовит еще к чему-то большему. А как довериться Богу? Если я ему доверился, теперь я должен внимательно слушать на молитве, что мне скажет Господь. Православные вообще этого не знают. Вот у нас служба, за 7 минут сигнал дается, все зашли в храм. Не шевеливаются, все замерли, 7 минут подготавливаемся. Тайная молитва, благодарение Богу. Не кланяться, ничего нельзя. Через 7 минут открываются царские врата, начинается богослужение. Теперь у нас икона, между иконами выдержки из Священного Писания. Нас ни епископ, никто не закажет, что это не по-православному. Я им показываю Писанием. Но мы начали с малого. Самое первое, маленькое, но оно самое великое. Родиться с рождения свыше. И дальше Господь будет показывать. Говорят, невозможно. Мы показали, возможно. Все а у вас литургия идет так же? Литургия, да, идет. Вот поэтому благодать Божия это делает, а люди злятся, потому что он ее не имеет. Вот сектанты, там все эти еретики, баптисты, у них нет благодати растолкования Писания. Нету. Они этого не знают. Они толкуют в кривь и в кость. Вот, допустим, я хожу к баптистам 4 раза в неделю. Да. От начала прихожу раньше, ухожу позже. Они нас еще пример ставили. Но вот пришли к нам они на богослужение. У нас приезжает архиерей. Я говорю, вы одну службу, пожалуйста, выстоите. Ну, прошло минут 20. Вот они оборачиваются, вверху там хор. На хор, я говорю, оборачивайте нельзя. И разговаривать-то нельзя, я показываю. Они не могут стоять. Вот начинает крутиться, вертеться. Вышли на улицу, я говорю, почему? Да не знаю, что-то прям как-то душно. Я говорю, ворота открыты, сквозняк везде, что душно? Да что там, что-то стоят, один обряд. Ох, один ли обряд? Тут столько благословений. Они не могут. Пошли ко мне на дом. Я говорю, ну пойдемте ко мне домой тогда. Ради вас я и архиерея оставлю. Вы хорошие люди. Мы хотим узнать толкование притчи о 10 девах. Ну хорошо, я открываю том такой-то. Открыл там 9-й том, считаю по порядку. К примеру говорю. Проходит маленько, ну прям маленько, минут 10. Вот молодежь все. Завертелись, крутились. А это что за икона? Я говорю, мы считаем Златоуста. Но когда он начнет говорить? Это самый великий проповедник за 2000 лет, самый плодовитый. Ну, выслушайте одну проповедь. Они не могут выслушать, не дослушали, все. Но нам некогда, мы пошли. А куда? На пляж. Они не могут слушать. Ко мне ходил из них один Лебедев. Я говорю, ты хоть себя раз видел, какой ты есть-то? Ну, отпусти бороду, как Бог тебе заповедал. Это Бог. Женщине не дает. А мужчине дал эту красоту. Он отпустил борода, кладистая, белая. Так его заели баптисты. Они враги. Он приходит, говорит, невозможно. Я такой уважаемый был, а ему там под 80 лет, наверное, было. А тут прям на каждом шагу, даже маленький тот шпиняет. А что ты бороду отпустил? Я не отпускал ее, она сама растет. Понятно? А я когда... Баптистов коснись маленько поглубже, и ты увидишь, там такое полезет. Я-то очень близко их знаю. Очень. Ну, я тоже неплохо знаю. Вот так. А я когда приехал сюда... Здесь церковь, то есть баптистская община была человек 600. Я один был с бородой, один. Это 20 лет назад я приехал в Америку.
И вот, и всегда, когда кто-то останавливал, про бороду начинали говорить. А я так отвечал: да к тебе же, говорю, лучше, что у меня борода. Почему? А то почему лучше? Я говорю, ну представь, говорю, а мне всегда такая иллюзия у меня была, что надо говорить о духовных вещах, о том, что Господь открыл, как тебя Господь ведет. А вместо этого они про бороду говорили. Я говорю, да к тебе же лучше, говорю, почему лучше? А то бы нам, говорю, не о чем было говорить, говорю, с тобой. А то, говорю, вот уже 15 минут, говорю, мы с тобой, или 10, славно про бороду мою беседуем, говорю, видишь, говорю. А сейчас стали уже, человек 15 уже отрастили. О, прогресс пошел, прогресс уже. Ну да, это все так, конечно. Интересные наблюдения получаются. А я слышал, что у вас на богослужение как бы не пускают посторонних. Нет, это неправильно. Посторонних, да? Мы во двор не пускаем. Так почему? Мы работаем с ними где-то. У нас правило одно, которого никогда за 2000 лет не было. У нас запрещено звать к себе людей. Запрещено. А как? Анон узнает, услышит, попросится. Мы им расскажем. Тогда мы разрешим один раз прийти. А ему понравится. Если понравится, разрешим дальше ходить. Но ему условия ставим. Если ты к нам начал ходить, ходи постоянно. Если ты в воскресенье не пришел, ты ответишь, где был. Он скажет, да я ходил к баптистам. Все, это сойдет. Скажешь, я был у мусульман. Это мы не претендуем. Но если ты нигде не был, а просто лежал, больше мы тебя к себе не пустим. Вот вопрос-то как? Чтобы ты помнил, что ты должен поблагодарить Бога за прошедшую неделю. Чего я не так сказал? Мы ставим жесткие правила. И поэтому к нам, кто приходит, они уже проверенные люди. Мы оставляем вещи, у нас ничего не теряется. Особое правило. У нас вообще не теряется нигде. С улицы человек не зайдет. Он остановился, мы с ним побеседовали, и все. А какая у нас обстановка? Вот мы на улице иногда после собрания, служба пройдет, потом собрание, ну и тут они пообедают, кто остались. Там человек, вот сейчас было, 28 остались. Вот. Тогда во дворе стол летом. Ну, мы сидим тут, тогда занимаемся, все записываем. И вдруг приезжает директор. Директор важного магазина, красный магазин Исаев. Дверь только открыл, калитку. А у вас что это здесь? Мы говорим, ну, верующие. А какая аура у вас? У вас буквально все светится. Я говорю, что оно светится-то? Солнце? Нет. Директор приехал, там еще большего предприятия какое приехал. Разбирается. Да, да. Так люди, это совершенно не нашего круга. Директор, они приехали, ну, ко мне, там дело есть. Он тоже зашел и сразу встал. А у вас что здесь происходит-то? Зашел ректор, университет, 21 тысяча студентов. Евстигнеев Владимир Васильевич пришел на занятие. Я веду 410-й аудитории занятия. Он вышел, а он вот так вышел перед всем народом, обнял меня, поцеловал и поклонился. Я преклоняюсь перед этим человеком. Представьте, ректор, доктор, там, наук и прочее. Это, ну, расположенность. А мне и говорит... А что за люди? Те же самые слова. Я говорю, да тут из КГБ, тут и краевая администрация. Да я не про это. Я, говорит, зашел, ну, он преподает, я, говорит, студентов таких не видел. У вас лица вот так, говорит, делаются светлые. Только зашел, я глянул, они как будто каждое, что-то под кожей свет какой-то. Я говорю, нет, ничего. Так вы не видите? Нет, да как же так? Вот и на бороде у меня видно сейчас вот это вот, светлое это. Я говорю, а как вы видите? Ну, просто сияет. Вот как Серафим Саровский, у него сияло лицо, смотреть нельзя было. Ну, здесь, значит, меньше. Это ни один, ни два человека говорят. Благодать Божия, Бог делает. Причастия, если у человека нет, а у баптистов нету, там нет жизни. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь жизни. Нету жизни. 6 глава Евангелия от Иоанна. Нет жизни. Внешне вот это есть, не пью, не курю, а внутреннего нету. Они этого не знают даже. Они выходят на кафедру, бритые, в галстуках. Все галстуки масонские надевали. Зачем? Зачем? Женщины сидят без платков. Вы не понимаете, что нельзя? Женщина выходит на кафедру и говорит, жены да молчат. Вы не церковь, поэтому вам это можно. А у нас не было. Ну а почему? Чем женщина? Какая разница? Нет ни мужеская, ни женская. А ты посмотри, о чем там говорится. Нет мужеская, женская. А почему ни одного апостола женщины нету? 70 избрал, ни одной женщины нету. Нету разницы. В православии ни одной женщины священника не было за 2000 лет. Понимаете, а у них копнись дальше, там что угодно. Вот эти однополые браки, это все пошло оттуда.
Мартина Лютера. Кто думал тогда, что такое получится? Я разговариваю с их, как он там называется, пастор или что-то, не пастырь. И этот лютеранин-то. Он говорит, вот такое дело. Тут, говорит, ничего нельзя сделать. Как нельзя сделать? Если это мужеложник, он отлучается там на 12 лет. Мужеложник, садомит. И все на этом. А по Юстинианову закону было, декретали его, его клеймили железом, написано «садомит», выжигали до лба. И его в подземелье, он там катал до поворота, до последнего, уголь там или урановую руду, и он никогда уже не выходил. У мусульман его сразу лишают жизни. В советское время у Гитлера садомитов казнили. В советское время они там, срок был, большой срок, 12, кажется, лет давали. А сегодня все расхлябалось, это меня не касается. Вот как Давид говорит, Нефалимово колено, все отступило, да и другие. А я ходил каждый год в Иерусалим, отдавал десятины. Один. Один я и ходил. Он хвалится. Хвалится, что он соблюл этот закон. Хвалится Господом, который сохранил его. И дальше его книга написана. Надо дальше смотреть за это, да? Но почему сектанты, баптисты не считают послание к Колоссянам, первую главу? А как не считают? Не считают. Я докажу вам это в течение 5 минут. Христос – глава, а тело – церковь. Объясните, где церковь? Ну, где двое или трое собрались. Так и написано. Ну, да. Прочитай еще раз. Двое или трое собраны Духом Святым во имя Мое. Вы почему эти слова-то упускаете-то? Ну, и какая разница? Значит, разницы нет. Трое собрались – это выпить собирается, на троих сообразить. Да, я это понимаю. А вот насчет мощей, вы же тоже не разделяете такое понятие, да? Вот, допустим, икона, и там это как вот кости Иоанна Крестителя. Я против, против. И везде говорю. А можно ли это быть против утверждения церкви? А это не утверждение, нет такого. Чтобы резать мощи, нету. Ни один святой не согласен. Тут они все молчат. Я занимался житиями святых, 1173 биографии. Ни один нигде не разрешал делать. Вот Семен Столпник. Мне так еще... Мне так еще легче в православие будет перейти. Так, смотрите, Василий, Семен Столпник, он очень нравится патриарху. Патриарх решил его рукоположить. Рукоположить, а то он стоит на столпе, подвязается. И он считает молитвы, ты теперь пресвитер. Но когда он умер, ну, чтобы можно было беседовать, умер, он решил на память волосинку с бороды взять. У мертвого. Сразу же гром и рука отсохла у патриарха за одну волосинку. Он со страхом тогда скорее назад положил, и рука стала здоровой. Еще непонятно. Ну откуда вот это взялось? Это же как, это не вчерашняя традиция. Труп Елисея его коснулся, там хоронили. Я знаю, это объяснение, я знаю. У вас-то никто не воскресает, этого нету. Я везде советую, да. Все мощи собрать, из икон везде вот это их выбрать, и с честью похоронить, как положено, с патриархом, там храм Христа Спасителя, все везде, отовсюду изъять мощи, все до одной частички. И меня они говорят, а ты не признаешь седьмое правило Вселенского собора. Я говорю, как? А храм, где строится, должны быть мощи мученика святого. Я говорю, ну и где у вас мощи? Покажите. Мощи – это означает труп, тело, труп. Целиком, нерезанные. Вы зачем извращаете-то? Как нанотехнология занимаетесь, только лишь бы взять. Андрей Кураев обо мне сказал, говорит, и на Игнатия нападает, а он, говорит, ничего своего не сказал. Он целые пласты, забытые нами, поднял. Вот, и теперь, если мощи есть, то, значит, что-то там вроде бы как у язычников. Убил врага, сердце съел, я такой же храбрый, как он. Это что-то очень близко, это некрофилия называется. Поэтому мощи все должны быть захоронены. Захоронены с честью, с песнопениями. Ну, самое-самое святое должно быть собрание. Они на это не пойдут. Не пойдут. Почему? Они привыкли торговать этим. Да как можно мощи трупом называть? Я говорю, а почему? А что такое мощи? Откройте. Мощи – это труп. Ну, мощи и труп – это же разное. Я говорю, считайте. Ну, труп не хотите? Я говорю, нет, они говорят, нет, это мощи. Я говорю, считайте. Вот у вас чьи мощи? Матроны, там, Игнатия Брянчанинова, монах обыкновенный-то. А пророк Илья и Нох придут, антихрист сразится, убьет их, написано, и трупы их бросят на улице. Трупы. У Ильи, у Иноха труп, а у вас? А Христос умер, труп, труп. Где, говорит, труп, там соберутся орлы, когда он возноситься будут. Все замолкли. Их писанием надо. Тогда они молчат.
Так что, Василий, не смотрите на это. Давид ходил, никого не считал. Он знал, что все отступили. Я это знаю. Но говорят, нельзя, чтобы каноны... У нас все можно будет, если мы будем трудиться и молиться. Бог это сделает, Бог. И будем мы возрастать во Христе. Такие практически вопрос про молитву. По молитвеннику молитесь? У нас вещи, вот, значит, порядок такой. Написано 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. А молитвы я вам скину тоже материал на нашем форуме. О, мне надо это, мне это надо это. Ага. Три святое считаем, это Царю Небесный и Отче, да Отче наш. И 100 поклонов. Это один считается раз. И таких вот три святое и 100 поклонов должно быть не меньше 7 раз в день. Вот это мое правило. Ну, вчера у меня получилось 10, то есть 1000 поклонов. Это обыкновенный день мой. Я пенсионер. Вам слышно это? Я гляжу, что-то отключились как будто. Вам не слышно? Видишь, кто-то замыкает на важном деле.